Итак, тренировочка моя. О, мальчики, ложимся, начинаем с бивни. Хочется иметь большие банки. А для этого надо заниматься. И начинать сюда. С тех мышц, которые хочешь накачать, я не учусь. Руки чувствуются, получили хорошую нагрузку, именно в бивень попала. То есть можно тренироваться, поднимать веса, если вас особенно качаете мышцы. Устать, нагрузиться, но так как нагрузка ляжет не туда, куда надо, будет расти все, что угодно, кроме, допустим, бивней. А для того, чтобы они росли, их надо выделить и тренировать отдельно. То есть вот я сейчас тяну только бицепсы. И поехали. Хватит. Какой здесь вес? Значит, посчитали 10 килограмм, еще 5 килограмм, 15 килограмм. То есть здесь 30 килограмм. Начинаю с 8 килограмм. И пошел, поехал. Да, закрывайте. Можно одеть ремешок. Вот так вот. Вот так как-то. Это мы где-то сделали 5 подходиков. Это очень хорошо. Сейчас я делаю отжимания. И поехали. Отжимания у меня своеобразные. Давим руками. Раз. Два. 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Значит, здесь у нас 25 по 12 раз. Прибавим немножечко. Потом жарким я обливаюсь. На улице жара под 40. А если быть точнее, 36. Четвертый подход там. И хорош. Ну вот и все. А это упражнение для укрепления позвоночного столба. Вот так вот раз. И вот я лежу. Сколько я так пролежу? То есть мышцы позвоночного столба выполняют статическую нагрузку. Они, особенно глубокие мышцы, они поддерживают позвоночный столб, ну, будем говорить, в прямом положении. И как раз вот эта вот нагрузка идет на их укрепление. То есть на поддержание, статическое поддержание вот этого положения. Потому что если мы развиваем спину, мы тренируем разгибатели спины, а разгибатели спины, они не выполняют вот эту вот нагрузку статическую. Они могут уставать быстро. Их задача поднять там вес, выполнить какое-то движение и все. А вот тех мышц, которые лежат в глубине, вот их как раз задача поддерживать постоянный столб в течение всего дня до того момента, когда человек ляжет. Вот тогда они могут расслабиться. А так они работают. Вот. Сейчас я засеку время. Сейчас у нас 12:29, а уже 30. Значит, 2 минуты. То есть как 32 будет,
Так заканчиваем. Это будет хорошая нагрузка. Здесь тоже надо нагрузку увеличивать постепенно. А потом ее доведем где-то минут до 5-7. Это будет нормально. Говорят, что можно и 10, но не будем злоупотреблять. Да, вот когда долго лежишь в таком положении, чувствуешь, что начинают работать совершенно иные мышцы. Вот их-то и надо укрепить. Надо укрепить. Согласно отзывам тех, кто делает это упражнение, грыжа 1, 2, 3 исчезает. Спина становится мощной, как ни в чем не бывало. То есть вот так лечится грыжа позвоночника. Не динамикой, а именно вот такой вот статикой.